Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» – крупнейший спортивный комплекс – откроется уже завтра, 3 июня, грандиозным ледовым шоу «Алиса в стране чудес». В церемонии примут участие такие звезды мирового фигурного катания, как Ирина Слуцкая, Елена Бережная, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Масштабные сооружения такого рода обеспечены целой системой безопасности. Таковы правила проведения любых мероприятий с участием большого количества людей. Перед входом в дворец установлены металлоискатели, поэтому всем, кто хочет участвовать в открытии, лучше прийти заранее, примерно за час-полтора до начала шоу. Понятно, что не стоит брать с собой объемные сумки и лишние металлические предметы.